Славянский район стал участником краевой патриотической акции «Эстафета памяти». Акция проводится уже не первый год. Ее цель – патриотическое воспитание молодежи на героическом прошлом своей страны. И сегодня, проводя акцию, мы должны помнить, что эта свеча должна гореть в каждом сердце из нас. Помнить ветеранов, помнить их подвиги и никогда не забывать. И передавать из поколения в поколение тот подвиг, который они совершили ради нас. Стартовала акция в феврале этого года в Новороссийске на юбилейной бескозырке. Несколько месяцев сборные отряды постов номер один передают лампаду с горящей свечой от одного района к другому. В парке 40-летия Победы на торжественном митинге славянцы приняли свечу памяти от Красноармейского района. 14 мая участники клуба «Пост номер один» отвезут лампаду в Темрюкский район. Последним эстафету примет Краснодар. Акция завершится 22 июня, в День памяти и скорби. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».